Осторожно, возможен сход снега с крыши. Этими табличками буквально увешан весь город. На подъездах жилых домов, на дверях магазинов, различных организаций и учреждений появились вывески, предупреждающие об опасности. Падающий снег может стать серьезной угрозой жизни и здоровья граждан. Кроме того, нередки случаи, когда снежные глыбы падают на припаркованные автомобили. С каждым днем количество автомобилей, поврежденных от падающего снега, становится больше. И чем выше сооружение, тем серьезнее последствия такого приземления. Это на собственном примере ощутил автовладелец иномарки Hyundai Solaris, припаркованной возле семиэтажного дома по улице Рыбников, 3Б. За последние сутки в управление обратилось 12 граждан в связи с повреждением автомобилей, сходящим с крыши снега. Вот, это было сегодня 9 случаев, уже буквально полчаса назад уехали на 9-й, и вчера 3 случая уже в вечернее время. Рекомендации гражданам: необходимо быть внимательными, не парковать автомобили вблизи жилых домов, строений. Ранее отдел муниципального контроля администрации Нарьян-Мара направлял в управляющие компании города информационные письма. Они напоминают о необходимости своевременной уборки крыш от снега. Также УК рекомендовано установить ограждение в возможных местах схода снега с крыш жилых домов. Соблюдать меры безопасности во время оттепели необходимо и горожанам. В случае чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно обратиться в единую службу вызова экстренных служб по номеру 112.